Индустриальный прогресс нарушает биологическое равновесие на планете. Экологическая обстановка осложняется с каждым днем. Тысячи заводов, фабрик, предприятий отравляют воздух, воду и загрязняют пищу. Мы живем в окружении, насыщенном радиоволнами и магнитными полями. Человек привык к бесконтрольному и избыточному использованию синтетических продуктов и лекарственных средств. Все это негативно сказывается на нашем здоровье. По данным экспертов ВОЗ, загрязнение окружающей среды по силе своего отрицательного воздействия находится на втором месте после образа жизни людей. Растет процент онкологической патологии, аутоиммунных заболеваний, сосудистых катастроф. Агрессивное воздействие неблагоприятных экологических факторов вызывает появление в организме большого количества свободных радикалов, химически активных молекул, вступающих в нерегулируемое взаимодействие с клеточными структурами нашего тела и разрушающие их. Первыми признаками разрушающего влияния свободных радикалов на наш организм могут стать такие симптомы, как нарушение эмоционального фона, головные боли, усталость, снижение памяти, боли в суставах и мышцах, скачки артериального давления, отеки и набор веса, появление пигментных пятен, морщин и целлюлита. Антиоксиданты – это вещества, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и защитить от них клеточные структуры. В комплексе 3R мы соединили три мощных антиоксиданта, подаренных нам самой природой. Дигидрокверцетин – это уникальное природное вещество, выделенное из лиственницы сибирской. Она произрастает только в экологически чистых районах Байкала и Дальнего Востока. Уровень антиоксидантной активности дигидрокверцетина позволяет назвать его эталонным продуктом среди веществ, обладающих сходными свойствами. Ресвератрол – это природный полифенол. Синтезируется некоторыми растениями в качестве защитной реакции против паразитов, таких как бактерии, вирусы или грибы. Ресвератрол содержится в кожуре винограда и других фруктах, в какао, чернике и орехах. Коэнзим Q10 или убихинон – кофермент, содержащийся в митохондриях, энергетических станциях клетки. В них с помощью убихинона химическая энергия пищи трансформируется и запасается в виде молекул АТФ. Собранные вместе активные компоненты комплекса 3R взаимно усиливают действие друг друга. Их защита поможет вам противостоять надвигающейся экологической катастрофе. Останови разрушение своего организма, верни себе молодость, защити себя от рака. С комплексом 3R и компанией Peptides. Мы заботимся о вашем здоровье.